Вы знаете, так интересно наблюдать за дарами, как они начинают действовать. Мне вчера вечером звонит сестра Жанна вечером и говорит, есть сольная песня, как раз памятник. Вот только что сделали, собрали памятник по проповеди брата Виталия про обтесывание. И вы знаете, и ты не можешь никуда деться, убежать даже не можешь от этих даров. Они просто действуют, понимаете? И это чудно, когда настолько мы не просто поем, это отражается в нашей жизни. Пусть Господь, выходите, пожалуйста, пусть вас Бог благословит. Со мной вообще такой первый раз. Я обычно уж хотя бы Валере шлю слова, и ну, репетиция какая-то. Ну, настолько вчера такую радость переживала. Просто бегала, радовалась. Не знала, кому позвонить. Думаю, позвоню Виталику Соколову и спою ему эту песню. Все-таки по его проповеди. Это сестра Катя написала. Вообще, мелодия очень быстро пришла. Просто ну, в одно мгновение, когда я позвонила Кате. Говорю, Катя, есть мелодия и есть тема. Говорю, больше ничего нет. Она говорит, я как раз это сейчас переживаю. И в этот момент слушаю Виталика Соколова. Ну, в общем, когда это на обеих концах, это чудесно. И Виталий говорит, Жанна, ты должна завтра спеть. Я говорю, как спеть? Я ему в 11 вечера звонила. Я говорю, не, я так не могу. Он говорит, ты знаешь, хлеб в магазине на завтра уже уцененный. Так что снизойдите. Камень он из груды камней, забытых давно, какими мы были. Бог Духом Святым нас вновь оживил, мы камни живые. Сам Бог нас избрал, и каждый из нас часть храма Господня. Куда усмотрел всю славу свою, излить он сегодня. Происходит очищение через слово, что Господь нам дает. Исчезает мох сомнения, налет. Из груды камней, забытых давно, какими мы были, Бог Духом Святым нас вновь оживил, мы камни живые. Сам Бог нас избрал, и каждый из нас часть храма Господня. Куда усмотрел всю славу свою, излить он сегодня. Нам Господь каменотёсом дал, нужно нас со всех сторон обтесать, чтобы каждый камень засиял. И мы все могли сказать, из груды камней забытых давно, какими мы были, Бог Духом Святым нас вновь оживил, мы камни живые. Сам Бог нас избрал, и каждый из нас часть храма Господня. Куда усмотрел всю славу свою, излить он сегодня. Thank you.
чудное строительство. Завершает он сейчас из груды камней, забытых давно, какими мы были. Бог Духом Святым нас вновь оживил, мы камни живые. Сам Бог нас избрал, и каждый из нас часть храма Господня. Куда усмотрел всю славу свою, излить он сегодня. Из груды камней, забытых давно, какими мы были. Бог Духом Святым нас вновь оживил, мы камни живые. Сам Бог нас избрал, и каждый из нас часть храма Господня. Куда усмотрел всю славу свою, излить он сегодня. Куда усмотрел всю славу свою, излить он сегодня. Слава Господу нашему!